Вот мы продвигаем свою сферу, где внутри вот яркий свет, корневое решение для всей цивилизации, для всего мира. И при этом движение отсматриваем, что происходит в мире. So we keep pushing this light forward and we observe what happens at the same time in the world. Весь мир у нас, мы спасаем весь мир, каждого отдельно взятого человека. Это наша политика, весь мир в сфере политического управления. So the whole world is in the sphere of political control and we are saving the whole world and everyone at the same time. При этом управлении, при этом движении мы на равнозначных условиях всем обеспечиваем вечную жизнь. So through this control, through this movement, we ensure eternal life for all equally. Мы как политик имеем решение для каждого человека индивидуально. Мы знаем все абсолютно по каждому вопросу, по любой ситуации. Мгновенно у нас свет, оптика появляется и распределяет. So through this political system, we save each person individually and provide safety to each person. У нас получается мгновенный уровень управления информацией с предоставлением при этом полной свободы людям. So we have the instant distribution of information, and at the same time there is a full freedom to choose for each person. Мы ориентируем их на свою людей, на свою политическую идею. We direct them into our political idea. А что это значит? Перед каждым человеком раскрывается его личное вечное счастье. Вот это же наша политическая идея. То есть до каждого это как бы это сияние доходит, каждый начинает видеть счастливое, позитивное решение. This means each person can see in front of him happy, positive solution. Это называется политизация общества, когда перед каждым раскрывается его бесконечное будущее счастье. This is called politicization of the society. Each person has this possibility in front of him to choose. К каждому приходят ответы на все его вопросы. Решение. Наша волна политического управления к каждому приходит его личным счастьем, открывает его личное бесконечное будущее. So this wave brings the solution to each person for each person individually receives possibility for his happy development. Фактически, управление политикой – это реализация идеи Бога о вечном развитии. In fact, control through politics – it's a realization of ideas of creator for the eternal life. И вот круги вечного развития, когда от создания у человека сразу есть вечность и есть цикл, как бы круг вечного развития, он работает точно так, как работает политическая система. Мгновенно из будущего берет ответ, в текущее дает, опять раскрывает перед человеком перспективу. So there is some kind of endless cycle in front of the each person. This it's like a wheel of eternal life. Coming from the remotely located eternity to the person and going from the person again forward. Оборот информации мгновенный, просто
сразу перед человеком открывается его личное будущее счастье. Вот независимо от того, участвует он в нашей политической идее, может, он вообще противник, да, но открывается его личное здоровье, его личное счастье. Наша задача, что значит ориентировать даже противников на нашу политическую идею, чтобы они увидели свое личное вечное счастье. Это и есть наша политическая идея. So our political idea is to ensure that each person can see his own eternal happy life, even if they are not followers or maybe even against teaching. But our job is to show them this possibility so they can have a choice. То есть мы через политическое управление очень легко можем увидеть, что происходит с людьми. Вот у них, допустим, да, видим какие-то несветлые области есть, как бы не открыто, не видят будущего, да, не очень светло в их восприятии. А наша волна, управление нашего, она раскрывает перед ними их личное вечное счастье. Вот как что дано Богом каждому, то перед каждым раскрывает. So our wave of control opens up in front of each person that a happy eternal life, which is given to them by the Creator.